Стихотворение Беллы Ахмадулиной «Победа» читает ученица 7 А-класса муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 5 города Орла Глотова Ангелина, 13 лет. В день празднества, в час майского дождя, в миг соловьиных просьб и повелений, когда давно уж выросло дитя, рожденное порой послевоенной, когда разросся в небе фейерверк, как взрыв сирени, бел, лилов и розов, вдруг поглядит в былое человек, и взгляд его становится серьезен. Есть взгляд такой, такая тень чела, чем дольше смотришь, тем зрачок влажнее. Та память о войне, величина раздумья и догадка. Неужели я видела тот май, что превзошел другие маи и до ныне прочен? Крик радости в уста, слезу в зрачок, вписал его неимоверный почерк. На площади, чья древняя краса краснеет без изъяна и пробела, исторгнул душу, грянул в небеса. Вздох всей земли и всех людей. Победа!